Здравствуйте, друзья! В первую очередь, здравствуйте, женщины! Здравствуйте! Праздничные цвета моего костюма говорят о том, что на носу женский праздник и еще больше праздник для мужчин. Мы любим всех наших женщин, мы любим вас, мы не можем вас не поздравить. Мы думали, как? Что сделать? Что подарить? И поняли, что мы сами не можем справиться, и попросили наших друзей мужчин, у нас очень много друзей мужчин, которые с радостью откликнулись и, что удивительно, с удовольствием согласились поздравить вас именно таким необычным и в то же время понятным для вас образом. Вот что у нас получилось. Поздравляем вас. Милые, нежные, очаровательные женщины, я очень люблю вас. Все самые великие свершения, все самые великие победы и все самые громкие происшествия происходили ради вас, благодаря вам. Ну или из-за вас, это уже не важно. Без вас жизнь была бы скучна, бледна и совершенно не впрок. А с вами как раз впрок, ярка и замечательно. Чтобы вы наслаждались жизнью, чтобы ваши мужчины доставляли вам максимум удовольствия. Поэтому я вас не только люблю, а обожаю! Но мне кажется, мой саксофон может сказать гораздо больше. Эмоциональнее и, главное, доступнее. В этот день я хочу пожелать вам счастья, любви, тепла и всего-всего-всего самого-самого лучшего. Единственный день для мужчин – 8 марта, когда он может подойти к любой девушке, подарить ей цветы, подарить ей поцелуй и не получить за это ни пощечину, ни какое-нибудь оскорбление. Будьте счастливы, потому что вы самое главное, что у нас есть. Наслаждайтесь жизнью и сделайте так, что ваши мужчины вас носили на руках. Все, что в своей жизни делают мужчины, делают ради вас. Они готовы на самые сумасшедшие поступки. Вот я вам очень желаю, чтобы вас мужчины носили на руках и до 8 марта, и после 8 марта. Дорогие женщины, это ради вас. Дорогие женщины, вы часто говорите нам, что мы, мужчины, не можем вас понять, и что мы, мужчины, отказываемся часто делать то, что делаете именно вы. И сегодня, в этот праздник, мы хотим вас поздравить и сказать вам, что мы с вами одна команда. И это, дорогие женщины, мама, бабушка. Думаю, что и папе понравится этот подарок. Дорогие женщины, это для вас. С 8 марта. А!